Всем привет! С вами Ксюша. Хочу предложить вам сделать интересную открытку для мужчины. Для начала альбомный лист сворачиваем пополам. На лицевую часть открытки приклеиваем бумагу для скрапбукинга, которая будет служить основным фоном. Бумаги более темного цвета вырезаем два прямоугольника размером 12 на 7 сантиметров, одну из которых приклеиваем на открытку. Из бархатной бумаги оранжевого или красного цвета вырезаем квадрат и срезаем у него уголки. Приклеиваем на открытку, сверху приклеиваем бумагу для надписи. На второй прямоугольник из черной или коричневой ленты завязываем мужской галстук и приклеиваем на открытку. Пишем надпись 23 февраля и украшаем открытку красными звездочками и золотыми сердечками. Теперь оформим открытку внутри. Из коричневого вельвета делаем фон внутри открытки. На верхнюю половинку приклеиваем бумажку для скрапбукинга. Пишем текст моему любимому защитнику. Файла помещаем распечатанный трафарет и обводим точечным контуром. Вместо трафарета вкладываем цветную фольгу, обрезаем файл и приклеиваем на открытку. Осталось только сверху приклеить рамочку, и наша открытка готова. Я подарю ее папе. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, а я вас буду радовать новыми идеями. Также делитесь моими видео в соцсетях. А с вами была Ксюша. Всем пока-пока!